Белпошта опубликовала график работы отделения у святочные дни. У Гомельской области 31 снежня працовный день у городских отделениях скорочены на годину, а у сельских будет выходным. 1 и 7 студеня будут открыты только дежурные отделения. Больше подробязно об режиме работы можно доведаться на официальном сайте предприемства, а так само по номеру 154.